чтобы было проще понять, выберем здесь, допустим, среднюю кнопку камень. И пробуем этот камень ножницами порезать. Проигрыш. Ножницы проиграли. Хорошо, тогда возьмем бумагу. Бумага кроет камень. Мы выиграли. Тогда берем камень. Увы, ничья. Камень на камень ничего нам не дает. Как вы думаете, насколько сложное устройство стоит вот за этой коробочкой или же находится в этой коробочке? Хотите узнать? Посмотрите ролик до конца и все увидите и все узнаете. Жизнь, конечно, сложная и интересная штука, но многие вещи в этой жизни можно сделать куда проще, чем они делаются. Зная логику работы этой схемы, мы попробуем эту схему упростить. Понятно, что без батарейки мы никуда не денемся, а значит батарейка нам понадобится. Устройство вывода, состоящее из трех кнопок одного игрока и трех кнопок другого игрока, тоже выбросить нельзя, их придется оставить. То есть по три кнопки на каждого игрока и батареечку надо иметь. Теперь давайте посмотрим, что нам выдает результат. Результат нам выдают вот эти лампочки. Одна, вторая, третья. И как мы уже договорились, от одной из этих лампочек мы можем отказаться. Ничья? Ничья — это когда ничего не горит. И так понятно. То есть вот этот вот блок полностью, модуль, мы можем убрать. И убирается этот модуль вместе с целой микросхемой. То есть транзистор, резистор, микросхема, три диода отсюда можно выкинуть. И оставшаяся часть схемы будет прекрасно работать, показывая нам свечением лампочки, кто из игроков выиграл. Нажал этот нужную кнопочку, а этот ненужную кнопочку, загорелась вот эта лампочка, выиграл он. Вот давайте посмотрим на лампочки и сможем ли мы сократить тут еще что-нибудь. Все прекрасно знают, что лампочки потребляют очень большой ток, и поэтому для них нужен транзистор. Но светодиоды потребляют куда более маленький ток, и поэтому можно оставить здесь вместо лампочки светодиод, а избавиться от резистора и транзистора. То же самое можно сделать и здесь. Заменив светодиодом лампочку, мы можем избавиться от двух вот таких вот элементов. Теперь, что касается выпрямительных диодов, которые стоят на выходе микросхемы, этой и этой. Нужны эти диоды для того, чтобы развязать между собой выходы логических элементов, чтобы вот этот логический элемент, имея здесь единицу там или нолик, никак не влиял на выход вот этого элемента, иначе вся логика будет нарушена. То есть, казалось бы, что без вот этих вот выпрямительных диодов не обойтись, но можно сделать ход конем или точнее светодиодом. Убрав вот этот светодиод, можно заменить его на три равноцветных светодиода. Допустим, эти будут красные, а эти зеленые. То есть у нас сокращается эта лампочка, диоды уходят, но вместо них ставятся обыкновенные светодиоды сюда и сюда. Смотрите, от скольки элементов мы уже избавились. То есть у нас нету вот этого блока, он не нужен, это ничья. У нас нету вот этого блока полностью, вот этого блока полностью. Остались две микросхемы и 6 светодиодов. Именно они будут сигнализировать нам о том, насколько, кто победил. Первый игрок или второй игрок. Причем тут не важно, где этот игрок находится. И мы помним, что кнопочки игроков должны быть спрятаны друг от друга. Не правда ли, я очень неплохо сократил количество элементов этой схемы, и теперь с ней может бороться уже даже начинающий радиолюбитель и пытаться ее делать. Но все-таки я вас сегодня удивлю. Давайте я уберу эту коробочку, и мы посмотрим, из чего состоит моя аналогия этой компьютерной, по сути дела, игры. Вот что нам предлагает заочная школа радиоэлектроники, а вот что предлагаю я. Вы думаете, что это не работает, и в коробочке что-то было? Да что вы! Игра идет своим чередом и работает ровно так, как надо. И вот тут я думаю, что мой уважаемый зритель очень возмущен. Как же так? Дима, ты сократил все детали, оставив две микросхемы. Где здесь те самые две микросхемы К155Ла3, которые ты оставил в схеме, которая изначально была в журнале «Юный техник»? Где они спрятаны? Давайте пороемся и посмотрим. Снимем колпачок. 6 светодиодов. В них упрятывать ничего не надо. В резистор я тоже ничего не прятал, так же, как и в батарейке. Вот выключатели. Все. Тут больше ничего нет. И для тех моих любимых почемучек, которые всегда задают вопрос, но как же оно сделано? Я дам ссылочку на мой дзен-канал, в котором даже вот такая простая схема
разрисована настолько подробно, что даже самые лысые ежики и чебурашки собрать ее смогут на ура.